Такое ощущение, что мы находимся на космодроме. Вот я по-другому сказать, ну, мне сложно с чем-то еще сравнить, потому что это не просто какой-то завод, это ты попадаешь в какую-то такую святая святых, где есть и традиции, где есть своя атмосфера, свои законы, где изумительный коллектив. Каждый винтик, каждый, я не знаю, каждая деталь, все здесь пронизано любовью и уважением друг к другу и к делу, в первую очередь. Конечно, прикоснуться к этому – это большая честь. Это также и тебя тоже продолжает воспитывать, это тоже делает тебя лучше, это ты еще чего-то узнаешь и, скажем, впускаешь в свой мир какую-то совершенно новые энергии, новый космос какой-то.